Привет, друзья! Вы на канале «Прошу к столу». Кто же из вас не любит салат с ветчиной? Сегодня как раз у нас отличный австрийский рецепт салата с ветчиной. Я начинаю готовить, а вы следите за мной. Для начала я порежу лук. Лук режу полукольцами. Нарезаю тоненько. У меня, как всегда, красный, потому что я очень люблю красный лук. Он более нежный и мягкий по вкусу. Но хотите, возьмите белый. Никаких запретов нет. Я лук замариную. Порезанный лук отправляю в мисочку. Добавляю немного уксуса. Ну, примерно там 1 столовая ложка. И заливаю кипятком. Все перемешиваю и оставлю мариноваться вот буквально на 2-3 минуты, пока займусь салатиком. Ну а теперь займемся ветчиной. У меня свиная ветчина. Друзья, как всегда, вы можете взять те продукты, которые вы любите. Сюда подходит ветчина любая, свиная, говяжья, куриная. Не любите ветчину? Ну возьмите, сварите сами кусочек мяса. Это будет еще даже вкуснее. Нарезать буду ветчину тонкой соломкой. Я разрежу пополам, у меня кусочки довольно большие, так соломка очень длинная получается. Я разрезаю пополам и отправляю в миску. Также для салата нам понадобятся огурчики. У меня маринованные. Опять же, вы можете взять консервированные, можно взять домашнего приготовления. Это тоже будет очень вкусно. И огурчики тоже нарезаю тоненько соломкой. Для салата нам еще понадобится перчик, или как у нас в Эстонии его называют, паприка сладкая. Вообще по оригинальному рецепту нужен был только красный, но я для контраста и яркости возьму еще и желтый. Порежу перец тоже тонкой соломкой. Так, ну что, лучок у нас промариновался. Теперь этот маринад надо слить. И добавляю лук в салат. Я добавляю для яркости и вкуса кукурузу. Теперь приготовим заправку. Для заправки я возьму сметану, майонез. Примерно в равных пропорциях сделайте, опять же, по своему вкусу. И добавлю немного чеснока. Так, один зубчик будет достаточно. И перемешиваю. Обязательно в салат добавляем соль и черный молотый перец. Можно добавить зелень, если вы любите, хотите, пожалуйста. Салат перемешиваю. Друзья, вообще в оригинальном рецепте этот салат заправляют растительным маслом. Оливковое, подсолнечное, все равно какое. Но я вот решила сегодня провести эксперимент и сделаю салат с заправкой из майонеза, чеснока и сметаны. Друзья, посмотрите, какой у нас получился яркий, красочный и сочный салат. Давайте скорее попробуем. Восхитительно, очень вкусно. Вы знаете, мне кажется, что я не прогадала, что масло заменила на майонез со сметаной. Конечно, вы заправку всегда можете сделать по своему вкусу, и продукты вы тоже можете класть по своему вкусу. Мне кажется, такой салат подойдет не только для семейного ужина, но и для праздничного стола. Друзья, оставьте, пожалуйста, комментарии, как вам такие продукты в салате и что вы думаете по этому поводу. Спасибо, что вы нас смотрите. Прошу к столу и приятного вам аппетита!